Пока с круга начнем, да, потом там дальше уже посмотрим, да. Клок, да, по-моему, так пишется. И давайте начнем с верстки, да. Нас ждет, во-первых, что? Сделаем мы с вами, во-первых, здесь основные стили, да. Так, мы избавимся от всего. Кроме этого, так, дальше, точка, клок. Так. Смотрите, во-первых, давайте мы этот еще обернем в какой-то некий бокс. Так, и дальше смотрим, что мы будем делать. Да, так, у нас будет клок, и также у нас будет точка бокс. Что мы будем делать здесь у нас с боксом, ребята? Смотрите, так, ну давайте ему дадим background, допустим, пусть будет gray. Ширина у него и так 100, да? 100 веч. Ну, вот такой пусть будет серый, да? Условно, чтобы нам было видно. Дальше, что мы делаем с боксом? Так, смотрите. Display flexing. Justify content center. Align item center. По центру будут наши часы, да? Так, сколько вид? Допустим, попробуем 250 h 250 пикселей. И что? Background какой мы сделаем? Ну, пусть будет white пока, да? Border radius мы дадим 50%. Вот, да? Условно говоря, будет наш круг. Наши часы. Идем дальше. Нам нужна здесь точка, да? Ну, типа, где у нас, да? Как нам ее создать? Вообще, можно ее создать. Кто мне подскажет? Before или after? Кто помнит, как это делается? Как нам создать точку? Помните before after? Какой позицион ему дать? Смотрите, before или after это псевдоэлемент, правильно? То есть это прям создающийся какой-то, как будто бы тег. Но он в DOM-дереве не отображается. Но, как бы, ну, по факту говоря, он там не создается, но его видно. Мы его создаем в CSS. Такие мелкие детали. Во-первых, он у нас строчный элемент, поэтому мне нужно ему давать display-блок. Почему? Потому что у него будет ширина какая-то некая, правильно? Допустим, я не знаю, точка это будет достаточно для точки или нет, но width h по 5 пикселей, background black, пока нет, position absolute дадим ему. Так, и дальше content у него должен быть вот такой. Контент вот такой. Вот она, видите? Надо ее закруглить, поэтому border radius 50%. Есть, да? И я должен ее расположить по центру. Топ 50%, left 50%. Она по центру? Нет, она же не по центру. По-моему, она не по центру, ребята. Нет, она не по центру. Так, смотрите, transform, translate минус 50, минус 50. Так, вот сейчас она должна быть, по-моему, по центру. Было изменение или нет? Она должна была быть изменение у нас, по-любому. Так, вообще в идеале вот это вот точно центр ставим. Так, ага, хорошо, у нас есть... У нас есть что, ребят? Хорошо, у нас есть точка. Теперь дальше. Не, бордер, ну ладно, стилем уже красивых потом будем давать. Так, что нам сейчас важно? Нет, цифры, мы же запаримся писать. Или как мы сделаем цифры, ребят? Мы вообще можем сейчас с вами, знаете, что сделать? Типа, вот сильно насчет вот этих вот не париться, да, вот этого круга, вот этого создания, мы можем взять его и просто заимствовать откуда-то. Как бэкграундом я могу сейчас поставить, и типа любые часы, типа, да, они сядут.
Мы можем выбрать какую-нибудь, только без этих. Without. Вот это, да? Мы даже можем, я могу вот эту взять и типа ее поставить сейчас. Ну вообще я хотел сам типа все написать, чтобы все у нас было лучше. Но мы бы запарились. Но в целом тут, в принципе, ничего такого не будет. Так, сделаем центр. Cover. Вот так. Вот нижняя часть, видите, чуть-чуть. Вот эта вот часть. Из-за того, что фотка же она такая. Ну вот, допустим, вот здесь этого нету точно, да? А она же, блин, она с этими, да, была? Стрелки. Вот это. Ну тут с точкой, да? Ну нам без разницы. Эта точка все равно покроется у нас. А, так. Ага. Так, окей, она PNG-шная, да? Что мы можем в этом случае сделать? Я могу, в принципе, поверх клока еще один div дать и ему background. А, тогда div. Допустим, 250. Так, да, типа? Верно, нет? Так, ну, окей, ладно, без разницы, это у нас если есть, тогда нам нужны сейчас что? Нам нужны стрелки, да? Как нам эти стрелки сделать? Сами будем создавать или что? Как? Вот только там у нас вот этот вот, мы запаримся писать вот эту вот. Как это? И самый вот этот вот угол, типа. Я могу и в линию можно сделать. Но вот это вот мы запаримся создавать. Именно стрелу. Мы можем взять сейчас копировать какую-нибудь. Давайте так, ну, окей, не будем прям сильно насчет этого запариваться, да, мы там можем картинку взять какую-то, можем без проблем, можем сами, но давайте просто сейчас линии сделаем, да? Так, у нас будет что тогда? У нас будет здесь, часы, да? Верно? Будет у нас минуты, верно? Верно? Seconds, вот так. Ну тогда minutes тогда тоже надо, и hours тоже тогда надо, да? Так, и что дальше? Так, дальше поехали. Нам нужно сейчас правильно рассчитать им высоту. Ой, высоту говорю, ширину, ну длину стрелки нашей. Так, ну окей, давайте с часов. Как у нас будут там обычно секунды, они такие тонкие, да? Мы это будем учитывать или можем разные цвета их просто сделать и все? А секунды? Она будет такая же длина, как минуты, только тоньше. Правильно понял? Ну, окей, хорошо. Ну, давайте тогда сейчас с часов, да, начнем. Так, во-первых, нам нужно ее правильно расположить, ребята. Нам нужно ее правильно расположить сейчас. То есть она всегда должна быть вот так, правильно? И по центру, верно? Так, тогда мы делаем с вами вот что. Мы находимся внутри клока. Смотрите, сделаем сначала ему некую вещь. Дадим ему длину. Сколько? Не, я длину сейчас говорю. Длину. Какая будет длина? Смотрите, у нас, ребята, давайте логически. Вот это 250. Правильно, стороны?
Потому что точка у меня ровно по центру. Следовательно, моя длина часовой стрелки должна быть какой? 50? Если я сделаю 50%, мы и так начинаем с 50%. То есть у вас длина уже как бы 50% максимальная. Потому что мы же по центру находимся, правильно? Если я сделаю 50%, она будет всю как бы этот занимать. То есть она где-то вот так, да, должна быть? Ну, без разницы. Давайте так, проверяем. Width 10, H, я не знаю, 10 пикселей. Background пока black. Ширина большая. Вот так? Окей, хорошо. Теперь нам надо ее расположить. Я делаю position absolute ему. Это раз. Потом, смотрите, топ 50%. Сейчас. Так, left тоже 50%, да? Сейчас, transform, translate, 50. Вот так? Она села сейчас за этот боем. Она прям посередине стала. Мне нужно сейчас. Сейчас, смотрите, left 50. Так. Так, сейчас положить топ 50. Нам нужно этот. Ну, вообще, в целом, я сделаю вот что, ребят, смотрите. Сейчас намного легче работать с этим. Так. Так, топ. Вот так, да, оно. 49, значит, left. Отсюда же, да, должно быть? Или как? Вот так? Вот так? Окей, ладно. Так, значит, по 49 прям. Так, хорошо, у нас есть стрелка часов, верно? Теперь нам нужна стрелка минут, верно? Так, минуты спиц. Если это, значит, где-то давайте так, 35%. H. 3 пикселя. Background будет у него, допустим, red. Position absolute. Вот эти вещи мы пока заберем отсюда, да? Вот так. Как? Короче. Вот так. Раз в секунду. Ну, а этот какой тогда? Просто сейчас я, чтобы видно нам было, я это делаю. Потом. Так, смотрите. Так, подождите, только топ у него 50. Так, как? Вот так. Окей, ладно, дальше. И секунды, правильно? Секунды. Мы возьмем вот эти вот данные все. Только вид у него будет сколько? Вот он, вот такой длинный будет. Как? Толщина? Вот так. Нормально? Нормально, да? Ну, по-моему, различается. Ну ладно, без разницы, 2 дадим в целом. Не так это для нас и критично, да? Так, ну, что, у нас минимальная верстка есть, да? Теперь, смотрите. Нам нужно сейчас учитывать, что? Нам нужно по какой-то логике сейчас задать определенную эту. Ну, JavaScript. Нам нужно будет, смотрите, у нас есть такое свойство, смотрите, допустим, давайте
часам, да, обратимся. Есть такое свойство, как transform, rotate, помните, я вам показывал? И там, если мы, допустим, делаем 45 дек, то он, видите, условно на какой-то градус он меняет, да? Ну, там нужно это не, там, по-моему, rotate какой-то использовать. Ну, короче, не суть. Сейчас мы с помощью вот этого вот свойства rotate будем менять вот это вот значение. Но вот это rotate свойство, оно тоже должно откуда-то браться, да? Нам нужно сейчас это правильно посчитать. Так, давайте сейчас небольшую передышку сделаем. Какие-то нам нужно сейчас подумать над алгоритмом движения. Давайте вместе подумаем. Смотрите, значение ротейта нам нужно принимать. Нет, они будут плавно двигаться. У нас постоянно они будут плавно двигаться, но нам нужно сейчас. Нет, это плавное движение, это через этот интервал, это все просто у нас будет. Нам нужно сейчас подумать над вот этими переменными, как нам к чему высчитывать. То есть, смотрите, в целом, ну тут в целом ничего такого сложного не будет. Смотрите, let мы сделаем час, hours, да, равно document.querySelector.hours. И там так далее, только у нас будет это минутес и будет seconds, да? Здесь у нас будет минутес, здесь будет у нас секунды. То есть вот эти переменные у нас будут отсюда браться. Теперь нам нужно будет подумать, ребята, как ну, нам нужно будет вытаскивать эти let этот, как это говорится, вот эти переменные, которые мы вытащили, наши стрелки это. Нам сейчас нужно еще переменные задать этим, которые будет высчитывать, ну то есть наше нынешнее время, как, вот это вот. Минуты, вспомните, мы вытаскивали. New date, как мы их назовем? Давайте типа date hours назовем. Date hours, date minutes, date seconds, да? Равно, это будет у нас new date, точка get hours. То же самое new, так, new data, точка get minutes, и то же самое new date.getSeconds. То есть мы с помощью, то есть у нас get hours, ой, date hours, это нынешняя, которая наша, да, прям вот, которая в нужный момент мы получаем. И теперь, ребята, смотрите, условно, когда мы, давайте так, я запущу консоль логи, date hours, date seconds, date minutes, мы будем, сейчас, когда я пишу Node.js, так, ладно, здесь не видно, да, нам. Так, не понял. src Node.js. То есть вот он, 21.3.48, условно говоря, правильно? Теперь же нам нужно, ребята, задать некую логику их положение. Понимаете? То есть одна какая-то логика у нас должна быть их положение. Как мы можем это сейчас задать? То есть, видите, в данный момент мы получаем 21, 4, 14. Верно? Да? Теперь давайте мы с вами подумаем, как мы можем получать эти данные правильно. Смотрите. Это у нас 24, 6, 6, 360, 360. У нас есть круг, правильно? Градус круга 360, правильно?
Мы это знаем, верно? Следовательно, мы должны делать какую логику, ребят? Минуты 60, секунды 60, супер. Мы это значение знаем, верно? Следовательно, мы должны вот эти наши данные умножать на этот, на 6. На 6, чтобы получать угол, правильно? 360 и так далее, верно? Правильно? То есть, ну, вот это вот ротейт значение, оно дается от угла нашего расположения, понимаете, да? И, следовательно, вот мы знаем, что 180 это вот так прямо, правильно? Там 360, следовательно, это вот тоже прямо, вот полный круг. 90 это вот прямой угол, вот так, правильно? То есть, следовательно, нам нужно сейчас вот здесь вот понимать вот эти 360 значения получать. Поэтому это я буду умножать на 6, и это я буду умножать на 6. И тогда я буду действительно вот он получать 36, ну, градусы, да, наши, верно? Градусы, то есть... Вот он, 36, 54 градуса, 72, 78. Понимаете, да? То есть теперь, когда я эти градусы получил, мне нужно час тоже, чтобы, ну, то есть часовое вот это время, тоже как бы 360. Как мы можем получить 360? 360 разделить на 4, сколько это? Так. Калькулятор. Стой. Блин. 360 делим на 24, правильно там же? Не, на 24 же делим. Или на... Но он же по часам по 24 должен брать. Не, у нас-то время-то часто, которое мы принимаем, он как приходит нам? 21 приходит, 22, 23, правильно? Сейчас же вот же. Как? Как? А, ну блин, да, по факту. Тогда 360. Если я делю на 12, то это 30 должно быть, правильно? 30. Окей, тогда умножаем на 30, да, давайте так. Умножаем на 30, и я действительно сейчас должен... Не, смотри, 630 градусов дает. Окей, ладно. Окей, сейчас разберемся, хорошо? Так, умножили на эти значения, мы получаем эти значения. Теперь нам нужно, чтобы наш, наши вот эти вот... hours.style. Так, а что у него style? Точка значения rotate бралось из какого-то значения. Свойство идет rotate. Будем двигать по z этому направлению. Z. То есть есть, знаете, да, x, y и z еще одно. Которое у нас будет браться откуда? Оно будет у нас считаться из нашего... Из нашего чего? Сейчас. Date hours, правильно? Смотрите, если мы делаем вот так, то что он у нас принял, этот rotate значение или нет? Сейчас посмотрим быстренько. Нет, да, но все равно он же должен был вот этот стиль ему дать. Rotate, сейчас давайте посмотрим. Rotate, так. Трансформ. Так, а что он так? Нет, тогда вот это значение принимается. Оно должно браться как? Не rotate, правильно? А трансформ. А уже вот этого должно быть rotate. Правильно? Да. Смотрите, во, сейчас должно работать. Так,
это я удалю. Вот, что-то началось, по-моему. Нет. Так, где мое значение rotate? Почему оно не принимается здесь? Я задаю моему часу style. Ну-ка, давайте сейчас проверим это значение. Только style. Давайте background мы перепишем. Условно, включим его типа red. Вот он уже ему передал, видите, red? Да? Следовательно, вот это вот transform rotate тоже должно было работать. Верно? Так, что-то оно не приняло. Сейчас давайте думать, почему. Так, может я rotate неправильно написал? Rotate. Rotate. Вот rotate, правильно? Rotate z. Data hours умноженное на 30. Так, по-моему, все правильно. Не, должно быть. Не, он даже вот здесь, видите, не принимает же ему. Смотрите, давайте так поменяем, а дадим 9 минут. Ой, почему 9 минут я пишу? Просто минуты же, правильно? Нет, да-да-да, ну, не, вот здесь date минуты, правильно? Вот так, сейчас проверим. Не, он вот здесь должен был ему стиль передать, понимаете? Он что-то этот стиль ему не передает. Так, сейчас. Transform, rotate, z. Так, нет, по-моему, у нас все правильно. Мы передали значение rotate. И это значение здесь должно приниматься date hours. Где? Не, это вот их variable unused. Не, здесь нет, не в этом проблема. Так, сейчас. Он же как число передает. Все правильно. В скобках мы сдаем это значение. Так, сейчас давайте думать, ребята. Секунды, минуты, hours, все правильно. Тут все окей, тут все окей. New date. Так, а если я просто rotate сейчас там попробуем? Так. Не, видим, transform что-то у нас не принимает. А, так, hours. Hours. Style. Transform. Так, transform равно в кавычках rotate. Давайте так, rotate 45 дек. Если я это даю так, то вот видим, вот он работает же. Видим? А rotate z, вот он, передается же, правильно? Верно? Тогда мне нужно здесь использовать по-любому интерполяцию, обратные кавычки. И здесь я вызываю свой date hours. Ну вот, видите, я передаю, он ломает. Хотя в том случае он его принимал. Тогда, что бы нам сделать? Так, смотрите, тогда, если у нас это не хочет работать, да, мы сделаем с вами вот что. Плюс... Сейчас, вот так. Date. Сейчас, date hours. Плюс кавычки. Вот так. Не, видим, он все равно что-то у нас date hours. Вот это значение date hours не берет. Ну-ка, давайте мы его. Почему это так у нас отрабатывает?
Смотрите, он его не хочет. Так, сейчас проверим. Сюда дам. Блин, что-то не то, ребят. Так не должно быть. Видите, он здесь его дефолтно не принимает вот этот стиль, который я ему хочу сейчас передать. Типа Transform, Rotate. Как? Не, он именно вот как переменную так не принимает. Так, что мы можем с этим сделать? По идее, по логике все должно у нас хорошенько работать. Допустим, все правильно я вызываю date. Да нет, не в этом дело, ребят. Не в этом дело. Все правильно у нас здесь. Так, сейчас тогда. Не, видим, по-любому, что-то не то. Ай, блин, почему это так работает? Вот же мы получаем эти данные. Вот они, наши данные, мы получаем. Date hours, date second, date minutes, да? Вот, мы эти данные получаем. Все у нас хорошо. Часы. Ну, тут без разницы, если мы даже уберем их. Какая разница? Мы же все равно должны получать эти данные. Видим? Видите, то есть значение 21, 102, 204, они у нас должны уже как бы и работать. Ага. Пу-пу. Так. Иди. Иди. Не-не-не. Не, не в этом проблема. У нас не в этом проблема, ребят. У нас проблема вот именно вот. Мы не можем передать вот эти данные. У нас все окей получается. Мы все данные все хорошо получаем, только у нас именно вот передача. Стиль, мы вот этот вот стиль, который вот этот, видите, пишем, не можем ему дать почему-то. Хотя по факту должно это у нас как бы работать, да? Мы должны были это перейти. А вообще, что-то не хочет понимать. Вот он. Очень интересно. Тот стиль он должен был принять. Style, transform. Так, а если мы сделаем... сейчас. Точка style. Сейчас. Нас. Стайл. Тут значение должно быть еще типа текст стайл. Сейчас. Ой. Почему это у нас так работает? Style. Точка, допустим, background red. Пишу эти значения. Вот, видим, видите, он стал передал здесь red.
И он мне также должен был передать мой вот этот вот Transform Translate. По логике. То есть мы здесь можем, допустим, вот vids сделать вот так вот. И вот видим? Видите? Но вот когда я пишу вот это вот rotate значение, он почему-то не хочет мне работать. Не, у нас только этот же rotate здесь градус. Он вообще с градусом не работает. То есть style у нас все работает. Сейчас. Не знаю, сейчас. Rotate date house. Вот видите, rotate он вообще не принимает. Нет, не, я-то это напишу, но понимаете, у нас же в другом дело. Нам нужно эти значения в JavaScript отправлять. И чтобы это постоянно у нас работало. А мы же не можем CSS. Вот это вот date hours, мне нужно просто значением rotate передать. Понимаете? А это у меня не работает. Странно почему. По логике должна была работать. А rotate. Ну-ка. Transform. Сейчас transform равно rotate. Не, именно переменную что-то он не передает сюда. Смотрите, rotate. Вот, допустим, если я пишу вот так, то вот видите, он transform, rotate, он его двигает как-то. А когда я и пытаюсь сейчас взять и передать этот свой, вот эту переменную, то оно и ломается, сразу берет и ломается. Я сейчас напишу вот он. Date, там даже seconds, без разницы. Видите, он сразу пропал отсюда. А без этого мы никак не сможем это сделать. Как? Не, ну мы же, не, мы в принципе можем здесь же сами типа написать, но секунду там у нас должно вот отсюда приходить через date вот это значение. А как бы без этого мы же не сможем. Да, по-любому обязателен. Обязателен. Вот он, style, transform, rotate, без разницы, x, y, z. Нет, нет. Нет, там я писал, да, ты тут не дело не в этом. Вот это без разницы как называется, тут ошибки нет. Здесь у нас вообще ошибки нет. У нас не принимает переменную как значением вот этого вот стиля. Понимаете? То есть если я пишу rotate градусом сам, цифрами, да, допустим, он принимает, но в других случаях он не принимает. Если мы сейчас делаем, попробуем что? ToString. Попробуем сейчас. Попробуем сделать типа точка ToString. Точка ToString. Точка ToString. Нет, все равно, да, его не дал. Сейчас. Так, сейчас тогда. Ну, это я set interval добавил. В принципе, без разницы. Брать это. Вот видим, я получаю, я их превратил сразу в строку, но даже в этом случае он не читает, ребята. Что-то у нас не то пошло. Происходит.
Не знаю, я с такой проблемой не сталкивался. По логике все должно работать у нас. Ну, вот проблема, вот он, видите, когда я думаю, проблема в том, что когда мы используем обратные кавычки, внутри вот это вот самоизменяющиеся данные, когда мы пытаемся их как стиль передать, то они просто-напросто не передаются. Вот не передаются нашим. А мы по-другому-то переменную не вытащим. То есть, если я сейчас напишу, вот он, допустим, 90 градусов, 90 дек. Вот, видите? Rotate Z 90 градусов дает. Видим? А вот, когда я передаю уже, видите, вот это вот значение свое, часа его движения, то он, видите, сразу ломает его. Знаю, надо думать. Сейчас давайте подумаем немного, ребят. Сейчас, секунду, я, кажется, подумал. Так, смотрите, возможно, ошибка у нас еще в этом. Сейчас. Так, стрингом. Нет. Это нет. Так, умножаем. 30 пусть будет, или сколько у нас, 15, да, было. На 6 умножаю на 6, да? Смотрите, а вызывая свою переменную date hours, опа, что-то произошло, видим? Да? Так, по-моему, что-то у нас заработало, да, сейчас только поменяем, а minutes seconds, здесь у меня будет, сейчас, минуты подумаем, секундес, так, и, вот они, видите, какие-то значения, так, что у меня здесь, почему я минуты пишу, да, я здесь пишу date, минуты, здесь пишу date, seconds. Так, как пока каша, да, сейчас мы эту кашу что-нибудь над логикой. Нужно, ну здесь я же говорю, нужно прям точное число, вот это все продумать, честно. Так. Что-то идет, да, у нас? Ну, секунду, минута у нас тоже двигается по чуть-чуть, вы можете потом заметить. Так, что теперь нам надо? Это rotate, да. Это rotate. Rotate. Сейчас надо подумать. Окей, хорошо, он у нас двигается, это уже хорошо, да? Давайте думать тогда дальше. Что мы можем с этим сделать, ребята? Смотрите. Нам нужны здесь стилях. Наверное, другие еще стили чуть-чуть задать. Так. Во-первых, у нас это чуть неправильное движение, нам нужно здесь правильную логику задать. Так, смотрите, у нас есть минуты, правильно? И нам нужно правильное положение минут принимать. Сейчас. Каждая минута это у нас будет это, тогда у нас будет плюс минутес. Кто еще будет делиться на 12? Часы у нас будут такими же. Часы пусть будут такими же. Этот такими же. Так, есть минуты? Секундами.
Так, а что бы нам с секундами подумать, а? Нет, секунды так не получится, потому что минуты нам нужно... Смотрите, значение 360 я плюсую к нему минуту, то есть нынешнее свое время, минута, да, допустим, 60, я плюсую к нему 360, деленный на 12, то есть на 12 часов, на 12 вот этих вот условных палочек, понимаете? А сейчас мне надо, мне тут, скорее всего, над стилями нам нужно будет seconds поработать, потому что он, видите, он вообще не зафиксирован. Минуты, скорее всего, тоже могут плавать. Так, сейчас. А, rotate по Z берет. Так, он должен у нас один конец. Тут, скорее всего, из-за вот этих вот топ. Так, нет. Смотрите, он же с центра двигается, правильно? То есть вот этот центр условно не двигается, верно? Как? В смысле, нет, оба же конца двигаются. Как? Вот, смотрите, вот середина, правильно? Нет, да, я понимаю. А, но вот эта середина же не двигается, правильно, как я понял? Верно? Нет, а если мы вот эту середину установим и один конец просто уберем? Но мы увеличим тот конец. Только надо подумать, как это нам сделать. Окей, ладно, у нас это двигается уже хорошо. Теперь надо вот правильную математику использовать. Правильная математика. Минута? Минута же двигается, по-моему, нет? Но она неправильно положение. Ну, сейчас, грубо говоря, она вот здесь, правильно? А, не, минута вообще у нас не принялась. Вот здесь date. Вот. Этот принялся, а минуты у нас что-то не принялись. Надо проверить минуты. Так, давайте вот это я пока уберу тогда. Вот сейчас минуты, вот они принялись. Ну, сейчас надо подумать над минутами тоже тогда. Не-не-не, внутри. Нет, это будет внутри. Нет, сейчас мы разберемся, это не страшно. С этим мы без проблем разберемся. Тут в целом, я думаю, вот так даже это будет. Плюс, типа, а минуты, типа, надо у нас вот так. А, нет. Нифига себе. Что он эту математику не хочет трогать? Ладно, это мы сейчас разберемся. Окей, с этим мы без проблем разберемся. Сейчас мы с этим разберемся. Меня что-то другое интересует. Меня интересует, как мы зафиксируем. А, ребят, как? Не, ну тут прям надо, да, либо один кончик, либо rotate еще какие-то. Либо псевдоклассы, псевдоэлементы. Ну окей, ладно, давайте сейчас.